Приветствую на моем канале. Это 15 января, понедельник, время 9:26. Температура за бортом минус 12,5, наверное. Да, минус 12,5. Вот. Утренняя молитва. Так, что у нас тут? Корма. Бакара, 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 кинда.
Bakara. Gara-gara
Gara-gara
Все, пойдем.
Не думай. Умножение молока имени Мишо. Молоко. Умножься имени Мишо. Gara-gara
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 Gara-gara.
Gracias.
Вот что сейчас еще он мне сказал. Читал в Писании о том, что написано: Бог есть свет. И ты такой думаешь, что, ну, слово свет у тебя с чем ассоциируется? Со светом, со светлом, что светло стало, все видно стало. И вот у людей представление о том, что слова написано «Бог есть свет», это слово надо абсолютно иное. Потому что то слово «свет», что ты представляешь о свете, это абсолютно свет Божий, это абсолютно, абсолютно иное. Это не свет физический. Ты скажешь, ну да, это духовный свет. Нет, это не похоже на свет, который ты видишь. О, да, но он, конечно же, ярче, потому что люди были в клинической смерти, и они, и этот свет ярче. Конечно, тебе при Божьем свете, когда ты выходишь из тела, тебе тоже все видно. Но это и есть Бог. Ты не понял. Свет материальный, он дает некую энергию, но в нем нету абсолютно никакой информации. Ты не можешь питаться этим светом, ты не можешь, как бы тебе так сказать, получать познание Всевышнего, смотря на этот свет. Если ты будешь долго смотреть на солнечный свет, на само солнце, у тебя вообще заболят глаза. Этот свет абсолютно иной. Бог есть свет. Это поток информации, несущих истин. Если так грубо выразиться. Это поток, информационный поток откровений в твое мышление или в твой дух, внутрь тебя. Это поток познания. Это то, во что ты когда попадаешь, ты начинаешь получать познание. И ты попадаешь в, как бы подключаешься в результате к источнику всей премудрости, всего разума, всего познания. И Божий свет, когда он проникает внутрь тебя, он тебя начинает наставлять. Этим светом ты питаешься, и ты живешь за счет этого света. Он же этот свет и является воздухом, которым ты дышишь. Вот что такое Бог есть свет. Божий свет состоит из потока истинной информации, несущей правду, несущей истину, несущей жизнь.
Ты слышишь, как я молюсь сейчас? Это поток Божьего света. Это поток Божьего света. Впоследствии это начинает раскрывать, давать откровение, раскрывать что-то. Не путай, пожалуйста, откровения с информацией, которую ты называешь, знаешь, как бы, вот, ну, Библия там, и да, и там есть определенные слова, выражения, предложения, да, рассказы, истории, правила. Не путай откровения с этим. Это абсолютно не то. Абсолютно разные вещи. Так вот, откровение Божье — это то, что может взять этот текст и вложить в него смысл в твое мышление, и тебе откроется что-то, то, чего ты не видел, не понимал и не знал. Yeah.
Ой. Ой, ё-моё, проснулись. Шура бара 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 Шура бара 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 Sara bara 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 bara
Gara-gara.
Gara-gara.
Шить, шить. Все, у меня нет ничего. Идите, жрите сено. Так, все. Шить. Ребер,
Это уже 12. Так, ну на этом закончу. Мира.